Загрузите исходный файл, чтобы посмотреть видео до и после обработки без компрессии YouTube. Несколько дней назад я пересмотрел один из своих любимых фильмов «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга и заметил, что он визуально и эстетически очень приятный, киношный, хоть я и ненавижу это слово, но он по-настоящему потрясающе снят. И тут я подумал, могу ли я сымитировать подобную картинку даже с iPhone 14 Pro Max, имея нужные знания и софт. И какие именно характеристики пленки позволяют этому фильму выглядеть настолько красивым и органичным? После небольшого исследования я узнал, что «Поймай меня, если сможешь» снят на 35-миллиметровую пленку Kodak Vision 320T. И я решил чуть больше внимания уделить четырем главным визуальным характеристикам. Это цвет, пленочное зерно, эффект halation и эффект bloom. Поэтому я решил воспользоваться самым удобным плагином для эмуляции пленки Dehancer Pro и постарался все четыре аспекта, о которых я говорил выше, сымитировать настолько хорошо, насколько я могу. Dehancer доступен для ваших монтажек на, собственно, компьютерах, но также есть и мобильная версия для iOS-девайсов, они буквально вот недавно выпустили поддержку и для видео. Поэтому, если хотите, чтобы я сделал еще и полный обзор на Dehancer Pro для мобилок, то обязательно напишите в комментариях. Ну а обзор и обучение полной версии Dehancer также оставлю в описании. Ну что, давайте более конкретно посмотрим на цвет и на пленочное зерно в фильме «Поймай меня, если сможешь». Итак, как вы видите, картинка очень приятная глазу, но при этом холодные оттенки здесь присутствуют и очень много цвета циан или сайен, то есть такой легкий бирюзовато-голубоватый оттенок. Ну а в сценах на улице мы уже видим гораздо более теплые тона. Я в своем ролике, кстати, циановые вот эти оттенки очень даже хорошо продемонстрировал. А что касается зерна, то его здесь действительно много. Я обратил на него внимание с самых первых кадров фильма, и здесь оно, ну скажем так, довольно жирное это зерно, и Спилберг не боится его использовать, так что это скорее художественный прием. В Dehancer десятки различных эмуляций пленок, и это реальные сканы с реальных же пленок, поэтому вот вам небольшое демо, чего мы можем добиться с помощью Dehancer с разными пленками и настройками. Должен отметить, что большую часть подобных эффектов вы можете достичь с помощью другого софта, платного или бесплатного, но Dehancer это гораздо более продвинутая и тонко настраиваемая, сложное слово, платформа или плагин, поэтому предпочитаю именно его. И следующий эффект, на который мы внимательно посмотрим, это эффект Bloom. И, друзья, давайте посмотрим, как эффект Bloom показывает себя именно в сцене из «Поймай меня, если сможешь». Вот здесь мы очень четко видим на фоне волос Леонардо Ди Каприо и особенно на фоне лампы позади такое легкое смягченное свечение. Посмотрим, как это выглядит конкретно в моем примере. Внизу у нас картинка с iPhone 14 Pro Max, как она есть, и, соответственно, вверху уже с плагином Dehancer и с эффектом Bloom. Обратите внимание на кирпичи, кладку и также на ветки в левой части экрана. На iPhone это все выглядит супер резко, но эта резкость искусственная, дополнительный микроконтраст, и в целом выглядит это, ну, на мой взгляд, не очень киношно. А вот с эффектом Bloom и Dehancer у нас результат уже совершенно другой. Это куда больше похоже на пленку и лично моему глазу куда приятнее. Скорее всего, в «Поймай меня, если сможешь» они использовали аналоги фильтров Black Promised, ну или что-то подобное. И у меня, кстати, тоже есть сравнение плагина Dehancer и эффекта Bloom против настоящих Black Promised фильтров разной плотности или разной силы. Так что, если интересно, ссылочку также оставлю в описании. И в следующем кадре мы видим большое количество эффекта Bloom, но также и эффект Halation. Halation — это визуальный эффект при съемке на пленку, проявляющийся в виде красно-оранжевых ореолов около контрастных границ переэкспонированных областей, а также как красная засветка в неконтрастных областях среднего тона. Чаще всего halation образуется вокруг ярких источников света, а связано это с тем, что свет проходит через эмульсию и частично отражается и возвращается обратно. Ну, таким образом мы получаем вот это красноватое и иногда желтоватое свечение. И, друзья, конкретно в моем примере, вот здесь мы можем очень четко видеть оконтуривание в районе вот этого креста, а также чуть ниже вот в этой арочке. И на следующем примере эффект halation очень хорошо заметен в районе вот этого фонарика. То есть он чаще всего появляется именно при съемке на пленку и контрастных, возможно, даже переэкспонированных объектов. Посмотрите, например, фильм Top Gun Maverick. Там вы такое заметите, ну, буквально-таки в каждом третьем-четвертом кадре. Еще эффект halation может проявляться глобально, то есть не только на контрастных объектах, но и в целом утепляя картинку. Вот посмотрите на тон кожи персонажей в данном кадре, в данной сцене.
Он слегка красноватый, даже слегка чересчур, и это тоже частично проявление эффекта halation. Вообще в этой сцене все четыре фактора можно хорошо рассмотреть. Это и цвет, это и пленочное зерно, это и эффект bloom, и эффект halation. Мне очень нравится, как выглядит данная картина. Всем советую пересмотреть свежим взглядом. Еще один очень важный параметр при съемке на iPhone – это снизить его искусственную резкость, и здесь нам пригодится эффект film grain, а в частности Film Resolution. Что он сделает? Он смягчит картинку, как будто увеличивая каждое зернышко на пленке, и таким образом мы получаем гораздо более смягченную и приятную глазу картинку. Опять же, на мой субъективный взгляд. Вот посмотрите на увеличенном стоп-кадре, насколько выделяются все мелкие нюансы и насколько это выглядит неестественно. Кстати, мы снимали еще и в Cinematic Mode 4K. Ну а соответственно уже после применения Film Resolution и Dehancer мы видим, картинка более мягкая, более естественная. По крайней мере, на мой взгляд. И, друзья, говоря о кинорежиме, у меня есть целое большое видеообучение, как с ним работать, но базовая, основная часть – это снизить значение f-stop, то есть хотя бы на f5.6 и f7.1 снимать, чтобы не было ужасного, неестественного отделения от фона, и все это выглядело чуть-чуть естественнее, пускай и ценой размытия заднего плана. И, друзья, не стоит забывать, что киношную картинку вам дает не только цветокор, эмуляция пленки, но еще и свет, композиция, конечно же, размытие заднего плана, правильная выдержка, фреймрейт, ну, в общем, очень много нюансов, обо всем об этом я рассказываю в своем ролике обучении по работе с кинорежимом, ну и вообще, как добиться от iPhone максимума. Там же рассказываю и про правила композиции. Я надеюсь, вы и в сегодняшнем ролике увидели, по каким правилам композиции я выстраивал этот ролик. Ну вот, например, правила третей или направляющие линии, но мой любимый прием, особенно с айфонами, это снимать очень высококонтрастные сцены, понижая экспозицию. Можно добиться вот такой красоты. И в сегодняшнем ролике я вам тоже показал такую сцену. Вот она, мне лично очень нравится. Люблю силуэтные кадры. И, конечно, не стоит забывать про саунд-дизайн. Думаю, вы его тоже увидели, услышали, заметили в сегодняшнем видео. Подытожим. Да, можно даже кадры с вашего айфона заставить выглядеть, как будто они сняты на пленку. Ну, до определенной степени. И у вас есть целое бесконечное множество различных комбинаций, пленочных эмуляций и эффектов в Dehancer. Так что развлекайтесь. Кстати, в описании найдете еще и приятную скидку на Dehancer Pro, если захотите его приобрести. Наслаждайтесь творческим простором, друзья, и заставьте кадры с айфона выглядеть так, как вам этого хочется. Надеюсь, вам понравился данный ролик и кадры из Грузии. Если да, то смело жмите лайк, подписку и колокольчик. Я это очень ценю. Ну а мы с вами, друзья, увидимся в следующем ролике. Пока. Берегите себя.